Здравствуй, мой любимый зритель, это продолжение FFA сериала «За Корею на восьмерых» в Sid Meier's Civilization 6. Если ты случайно наткнулся на это видео и не видел первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео, потому что всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Мне нужен морской юнит, которым я мог бы города захватывать. Играть без научных победов, блин. Очень долгие ходы, в принципе. Что ракетный крейсер — это дальнего боя. Самый мощный морской юнит ближнего, не эсминец еще надо. Главное, построить. Главное, кидать мы можем еще. Ой. Это да. Ну, вроде в этом и была цель упороться. Военная академия. Так, еще одного. Нет, давайте шпиона построим. Так, давайте забирать следующий город. Так, ну еще вот этот заберу, а этот, видимо, должен сам отвалиться. Минус 11. Хотя, по пути можно его и уничтожить. Так, что у нас теперь с лояльным? Минус 6. Тут уже, наоборот, в плюс пошло, и тут в плюс. Так, отлично. Больше караванов, богу караванов. Вообще надо из этих морских отправлять караваны на производство. Пушки только сразу попривозил.
еще раз сфабриковать скандал. Это у нас хищение технологий. А тут науки? Тут нету кампуса? Здорово, я перевел шпиона. Ну, конечно, нет. А что он еще может делать? Технологии. Да. Так, ну давайте демократию или фашизм. Просто я вот слабо представляю, как кто-то из нас захватит обе столицы. Но мы чем закончится? Я думаю, что надо кому-то вдвоем договориться, третьего распилить, а потом... Потом между собой как? Да. Ну, дуэль вот такая огромная. Ну, это слишком сложно. У нас победа по счету включена ведь? Да. У нас на каком? На 250? Да. Ну, как раз через пару месяцев. Да, с учетом того, что мы на ход тратим минут по 10. Думаю, это время еще увеличится. Я, кстати, обошел грека. В какой-то территории у тебя в два раза больше городу. Ну, я просто все время где-то рядом с тобой был. Мне кажется, стоит с греком заключать этой войны союз и пилить русского. Не рекорд. Самое большое, там 27 городов играл. А у него военный союз уже с кем-то. До 3 минут там это. Там в войну просто ничего не строилось, когда войнушка была. После войны там хоть что-то успеваешь прокликивать. Ну тоже бездумно абсолютно, конечно. И атомки на русского сбрасывать отсюда. Военный инженер уже у меня плывет. Кстати, ядерки можно начинать уже строить, как минимум. Еще попробовать войну Золотого века организовать. Дополнительного шпиона можно подготовить. Ой, и питокаханопиин отваливается по. А этот город я разрушу, потому что я его не смогу удержать. Из-за лояльности.
Канджу перекину. Блин, что так далеко? Так, тут три. Может, мне сюда отправить просто вот этого нового археолога? Тут где-нибудь найти. Во. Для этого еще одно нашел. Там просто три рядом подряд, так я их быстренько обработаю. А может их сделать? Не, лучше две. Они же у меня строятся для того, чтобы посылать ракеты с них отправлять, а не для... Блин, тогда если я с греком заключился... Так, если я с греком заключил союз, то мне надо их сюда перебросить. Я буду в русского брать. Хотя, слушайте. Может, мы ограничим, правила поменяем на ходу. Просто это, я честно не представляю, как он заканчивает эту игру. Ну, не знаю, попилим кого-нибудь. Ну, у них там вроде с ацтеком война. Да, ты, кстати, с ацтеком воюешь, я напомню. Да, кстати, ты со мной воюешь. Нет, я воюю. Я говорю, не знаю, как заканчивать. Грек, а у тебя... Я не понимаю, у тебя дружба с русским или что это? Нет. Нету дружбы? Нету дружбы. Вот, иди, Грек, меня пили. Я все равно все войска почти здесь. А у тебя, Леша, есть там что сделать? Есть что сделать. Там есть укри. Окей, ацтек. Я так понимаю, у русского войска у Майнца. Правильно понимаешь. У него вокруг города сосредоточено сверху, снизу, по линии. Слева от Майнца стоят. И снизу, рядом с Бременем. Ну я не знаю, это то есть все. Мне... Это, наверное, план все такой, мы военными инженерами ставим тут. Пусковые шахты, забрасываем Москву, Ярославль, ну, Санкт-Петербург ядерками, забираем их. А эти, наверное, все-таки мы оставим для грека, то есть союз закончится. Я как раз поднастрою морских юнитов, чтобы грека брать. Две армии танков, две армии вертолетов. А, нет, ну, две прям рядом со мной армии танков, две армии вертолетов. О, а чего я не взял этого? А Майнс у тебя заходить будет еще? Все беру. Если останется. Ну просто на территории русского у тебя есть что-нибудь? Ну да, да, я же под Майнс воюю. Тогда на 7 часов от Майнса, если я бахну. На 7 часов? Ну в соседних клетка с Майнса на 7 часов. Ну, то есть, у меня нижняя... там две армии танков стоят, хотя он их, наверное, скоро уже добьет. Ну да, можешь бахать. Там одна она осталась. Ой, блин, ну что с перемещением в этой игре? Тут я почему-то не могу. А, вот. Две сразу, что ли? А, вторая туда. О, аллилуйя, я хотел выспаться. Ну вот так старался, чтобы в итоге слить. Просто. Будешь города просто отдавать? Нет, ну так а что, у меня там сдохла почти вся армия. Ну да. Что мне остается делать? Нет, я тут объективно, как бы, я еще не в ядерках. То есть? Ну, в смысле, я их еще не строю. Выходил в эти... Как, блядь? Ой, простите. Как это называется, забыл. Ну, арта Грейжена, которая.
Ну, есть такие, да. Да ладно. Чудо как хорошо. Более что как бы адекватной защиты от ядерок не существует. И мне действительно на казаках надо было идти пробовать сносить грека. Ну, не, там завязано. Ну, мы бы завязали, да, скорее всего. Ну, просто от того, что я убил немца, я вообще не попробую. Ну, тем не менее, не, ну с немцем ты хорошо, ты его мгновенно вынес, и а что толку? Меня напал, это вроде все правильно, я не вижу, можно по-другому было сделать. Нет, я просто на тебя не мог напасть в тот момент, с тобой там союз был, поэтому получилось так, как получилось. Но я имею в виду по факту, профита я от немца не получил никакого. Ну, то есть его города мне вообще ничего не дали. Я так их даже не обработал тут. Потому что практически следом с тобой начали воевать. Ну, до них не дошло. Алексей, тебе рекомендую на Петербург идти. Бросать эти скри. Да он сейчас крит уже допилит. У него один город только остался без стен, он его танком заберет. И дальше он через 5 ходов уже на меня сможет двинуть. С этой территории на тебя вполне может, я думаю, сейчас будем. Так. Я вылетел, да? Да. Лёш, ты если что-то говоришь, тебя не слышно. Интересно, а мне предложили против Перикла. Ну, Перикл, потому что это... Да, но мы-то с ним в союзе. Нет. То есть обычно не предлагают, если ты в союзе. Нет? Всегда предлагают кризис, но я делаю всем предлагаю. Я где-то сдох линкор, точнее, выводок линкор. Я эти самолетами один под Киото убил. Ну там тройной был. Армада. Ну да, там тройной. Все, Кри больше нет. Слава богу. Слушайте, а война Золотого века только один раз можно? А, не, есть. А это комп ходит, да, за... Это я немца, да, вернул, чтобы он вас всех оскорбил сейчас. Напоминаю вам заглянуть на consolewar.ru. Мир этой игры – параллельная вселенная, в которой люди сражаются против рептилоидов. Им нужны руководители, поэтому они обратились за помощью в наш мир. Вы и есть консулы, если перейдете по ссылке в описании к этому видео. Глобальная космическая браузерная стратегия, в которой донат сведен к минимуму. Ну а после регистрации не забудьте воспользоваться кодовым словосочетанием «Лёша Рептилоид». Ты же Самос вроде забирал, нет? Кого? Самос. А, ну видишь, юнит рядом стоит. Он там не успел один ход. Это стратегически важный город с люксами. Это лучший город в этой игре просто.
А, я теперь немцам не могу войну объявить. Почему? Весело. Я не знаю, мне пишут. Ну, он через 5 ходов отвалится, так что... Некоторые игроки из вашей команды являются друзьями или союзниками немцев. А, вот тимплей, мы выяснили, оказывается. Пока мы все играли сами за себя, то Ацтек с немцем в команде был. Тимплей? А еще у меня, короче, повис этот кризис, и я его не могу никак убрать. У меня висит, я его никак не могу закрыть. Ну, это ничего страшного. Я, правда, ход закончить не могу обычным способом. Блин, я бы еще и парфюмерию эту как-нибудь. Чё, все за эту религию выиграл полностью. Молодец. Блин, а нафига я на Москву пошел? Наш отвалится. Если я ее захвачу по лояльности очень быстро. Может, на Ярославль сначала? Ты Москву надо сносить просто. Мастер не стал полным. Ну там единственное, что чеченцы. Хотя, в принципе, можно что-то. Ты ее сейчас просто еще ковырять очень долго больше, не помню. Да я думаю, просто у меня сейчас инженер плывет, и поставлю сейчас эти пусковые шахты, ядерки туда поскидываю. Ковырять я реально долго буду. Я уже в золотой век практически вышел. Алексей, эту партию планируешь выкладывать? Ну, я все партии записываю, а как выкладывается, посмотрим, как оно будет. В принципе, по-моему, интересно. А? Говорю, интересно узнать, чем закончится. Ну да, мне тоже. Прикинь, в итоге Ацтек нас всех сносит. Пока мы тут разбираемся, он там копит ядерный арсенал и веером на нас. Это будет жестко. Я до вам до всех даже не дотянусь. Вот проблема. Слушай, вот с такой вот огромной территорией, как у меня, конечно, уже адекватно воевать вообще невозможно. А я с другой стороны плюс, мы вот с греком в одну точку уперлись, я в другой поехал, отъел вот эти два самых вкусных города. Ну, я считаю, что твоя единственная ошибка в этой игре, это действительно на казаках вместо грека захват немца, это единственное. Потому что если бы ты захватил тогда грека, то есть, действительно, немец тебе, во-первых, никак не мешал, во-вторых, его захват тебе ничего не дал, по-хорошему. А вот грек – это тот игрок, который всю игру дальнейшую именно был твоим соперником. Ну да, наверное. Объективно говоря, я-то вижу расклад. И что? Против казаков сложновато стоять, в любом случае. Нет, если...
если ты не выходил в химию там, пока вот, ну там, я не знаю, ходов. Так я как раз выходил. Ну, я так и прикинул, что ты можешь уже быть близко к химии, потому что... Ну, я там посмотрел, что ты еще вроде как бы не в ней, но можешь близко быть. Ну, вот как раз перед тем, как ты напал на немца, я прапался в этой команде. Не-не-не, ты прапался позже. Ну, там, плюс-минус. Не, на 80-м-то ходу ты не мог, я ж там на немца напал, там ходу 83-м, 84-м. У меня просто там это... заминка небольшая была, я химию сначала открыл, но без пикинёров. Ну это понятно, да, что надо еще сходить в этих, как это там называется, новые тривинисты. Icon Shots. Стрельцы и пикинеры. Или пикинёры. Ну чё-то там. Кстати, вот раньше был выход в ПТ-команды быстрее гораздо, потому что ты вниз вообще мог выходить, понятно, просто зарашит ПТ-команды и все. А когда этот юнит ввели, получается, что... Странно. Кризисный союз против русского появился. А что он такого сделал? Захватил Майнц. Ну с ума сойти. Да, их надо принимать. Так, наверное, тут поставлю пока. А, стоп, я еще это не открыл. Вот, пусковая шахта через ход. Или тогда ближе подойти. Не, я тут поставлю, чтобы на Москву сбросить, а потом сюда по... У меня там какой-то плывет еще один, нет? Где еще один военный инженер? Ну вот я так рассудил, что, во-первых, у Грека групп, ну, достаточно глубокая территория. Один военный инженер? Заплатил в любом случае даже на казаках. Вот. Во-вторых, я что-то еще одного строил. Он был близок к ПТ-командам, а ПТ-команды на казаков однозначно останавливали. И плюс, ну плюс у меня там на момент, когда я на немца напал, у меня еще ходов там 7, по-моему, что ли, было союза. Ну это уже моя ошибка, потому что я в принципе столько его поставил. Ну, как неправильно рассчитал по таймингу. Так, да, я мог пойти забирать немца, мог пойти забирать клин. Лучше клин, на самом деле, пошел забирать. Потому что от немецких городов какой профита никакого. Хотя, с другой стороны, получил выход к, ну, к этим городам с ресурсами как раз. Только что Боудик и три каски получил. Это я понимаю, засолил генерала на лейтгейме. Ты, кстати, зря красный этот, господи, как поддель съел. Это что было, это пешка, на самом деле. Ну, у меня града были. Да тем более, у меня все равно не было этих послов. Там он, они у греков все были. Ну да, то, что грека... Тут просто и маскат, как бы, ну, мне кажется, это тоже зря. Понятно, что городов хочется поставить. У нас же не было больше золотых пешек, да? Нет. Боже, у тебя тут еще и музыканты с художниками засолены. Да, там куча потерянных. Это ж извечная проблема. Ну, некуда склады. Тем более, что грек все позабирал. Чудеса. Ну, это потому, что у меня культуры много, я их раньше открывал. Ну да. То есть как-то я их, ну, далеко не в первую очередь строил, не раньше.
Я тоже не рашу, я что-то там. Я единственное, что руку там подрашу, еще что-то. Так, все остальное. Еще и тут нечего а теперь. Тут куча этих граждан. Ускорений никаких. Умрут безвестными. Ничего не нарисуют, не нарисуют. Будем перлюстрировать почту. Так, ядерка. Вообще у меня еще три хода до ядера хорошего, так что надо сюда вести. Я параллельно гранд-финал эпицентра. Чего гранд-финал? Эпицентра. По доте. Как я слышу какого-то эпицентра. Эпицентр финал? Эпицентр называется турнир. Большой турнир по доте в Москве. Как думаете, будут когда-нибудь у нас большие турниры по пошаговым стратегиям? Ну, ты посмотри, как хорошо работает Цива. Конечно, будет. Да нет, естественно, в таком состоянии никогда ничего не будет. Но когда-нибудь кто-нибудь же может найтись, кто создаст именно пошаговую стратегию, заточенную под это дело. То есть Фераксису пофигу на сетевые. Не, шахматы... Ты не понимаешь. То же самое, что, так сказать, дота — это что-то типа как футбол. Идите, смотрите футбол, знаешь. Ну. Не, ну я шучу, естественно. Тут прикол же именно в том... То есть я бы скорее Циву сравнивал больше с покером, как ни странно. Именно в FIFA, если мы говорим. То есть есть определенное мастерство игрока в плане игры. Но плюс еще здесь должно быть там блеф, общение. То есть в некотором смысле это как такой большой покерный турнир, одна партия идет. А еще иногда кто быстрее кликает. Вот это. Ну это тоже, это опять же надо... Это техническими средствами можно решать все. Это можно как-то делать и задерживать. То есть вот, например, в шестой циве... Фастклик уже не так сильно решает, как в пятой. То есть одним юнитом, да, ты успеешь походить, но такого, как в пятой, типа, когда там огромным количеством сразу можно было сделать, нет? Я так сейчас с юнитами тремя-четырьмя ходил, пока я разбирался. Это такое. Не, ну это, во-первых, конечно, в отличие от шахмат, игра с неполной информацией все-таки. Поэтому, как бы, конечно, некорректное сравнение. А просто потому, что это несмотрибельно. Да. Ну, несмотрибельно, для этого нужна динамика определенная. Опять ты отвалился? Видимо, да. Может, я не в него уже заходил? Заиграл. Пока. В общем... Я считаю, что русский очень хорошо отыграл. Ну, конечно. Без вопросов он, это, считай, двоих вынес на раннем этапе. И тебя чуть не вынес. Не, со мной у него там все. Вы вдвоем меня пилили. О, да, я там очень сильно помог. Ну, городок снес, уплыл. Science has been mythologized all out of proportion to its true difficulty. Men, their rights. О, демократию берем. Так. Давайте плюс 2 к влиянию вернем. Ваши торговые плюс 4 пищи. Что нам тут строится? Кавалерия не надо, воздушных юнитов не надо. Чтобы против тебя присоединился.
Русский. Военных лагерей. Русских юнитов возрождения промышленной эры. Это все. Это все не надо. Значит, из экономики две карточки надо. А против, а что есть еще в любом? Олигархическое наследие, торговое. Торговое наследие. Все не надо. Экономика. О, вот этот новый курс. Здоровский. Всегда его беру в демократии. Вот это было бы классно, если бы Крибл находился на другом континенте, я бы захватил его города, и там было бы плюс 25% золота и плюс 10% производства. Но этого же нету. Блин. Здание строителей, священное место, небоскребы. Может, чудес поднастроить? Не, я ж бомбу строю. Тогда бонусы центру промышленности. Так, сейчас у меня счастье должно появиться куча. Тут внезапно уменьшается население. Можно убрать. Так, банк завершен. Давайте бомбы дальше строить. Отремонтируем укрепление на всякий случай. Обосновывается шедевр контрразведки. Давайте нейтрализовать губернатора. Танк ремонтируется. Предотвращающие грабежи. Ну, то есть, у него он золотой век взял на деньги. Ну, такой же, как у меня, собственно. Он в Москве космопорт начинал строить. А ты, кстати, грек, построил космопорт? Нафига мне. Ну да. Это мне нужен космопорт. Ты его рядом с салоном построить, Илюша, чтобы ачивку получить. Самый важный, конечно, критерий. Не, ну я по культуре отстаю, мне чисто ради этого, как вы понимаете. Ой, а вынесите немца, чтобы он мне тут каждый ход. Ну это в руках ацтеков. Ну вот я его только сейчас могу объявить войну на следующий ход. Иди, отвалишь. Кажется, понял. Ну мне он Динон скинул, поэтому хоть час. Только нечем. Так, сколько там бомбы строится? 3, 4, 2.
нельзя сразу объявлять на тот же ход. Ну вот надо Ярославль захватить. Что-то нужно было сделать, наверное, поэтому. Можно ли продлить союз? О, можно продлить союз с ацтеком. Потому что у меня к нему столько караванов бегает на деньги. Я не хочу, чтобы это прекращалось. Короче, все-таки зря без научной победы играть. Только самим себе палки в колеса вставлять. Под конец. Ну, зато повоевать. Не, ну да, повоевали, весело, все дела. А теперь сидим. Понимаешь, что нету баланса. То есть, ну, я все-таки считаю, что не надо вообще не запрещать. Ни научную победу, ни ядерки. Потому что если запрещать ядерки, то тупо в конце все идут в научную победу. Если запрещать научную победу, то, ну, то есть ядерки, они как противовес и так уже выступают. Если ты скидываешь на соседа его, то и ожидай к себе. Изгнал из Стокгольма, и я стал сюзереном. Здорово. Теперь тем же можно заняться в других науках. Хотя, слушайте, а что я в научных это делаю? Что мне тут на науку-то? Уже все. Уже все открыто. По-хорошему. Пастбище, производство будет. Дайте лучше это же пастбище. Зачем нам союз продлять? Ты можешь меня выпить. Ну, у меня к тебе караваны бегают классные. Ну, то есть ты сейчас пойдешь на грек, получается? Ну, конечно. После того, как мы допилим на русском. Ну, конечно. Чем мне с тобой воевать? Давай, продлеваем союз. Эх ты. Еще ходов на сколько? На 20. С другой стороны, я же тоже могу тебя за союзить и пускать тебе караван. У нас-то с ним прокачан союз. Так, слушайте, а что там за... Какой... Уровень доступа открыто. Слушайте, а какие уровни доступа вообще бывают? Совершенно секретно, по-моему, самый последний. Какие еще, я не знаю. Так, вот этого мы перебрасываем. Давайте мы в какую-нибудь... Какие тут вообще классные ГГшки, если... Окленд... Ну, они там именно прибавляют, по-моему, сколько они по бонусам. Плюс 3 максимум. А если Полинки растет быстрее, то... нафиг надо. Да. Женева... Ну, наука проблема больше в том, что нафиг когда ты надо. Войну заобъявляешь... Около побережья, спадает. Винус... Помню, там что-то спадает. Там только за счет... За наивысшую. А, ну вот да, караван дает можно. Уровень доступа. А когда войну объявляешь, караван спадает, и он там понижает. Давайте в Вильнюс отправим. Пойду в Ярославль кидать, естественно, бомбу. Боже, русский поселенца построил. Ловите наркомана. Это норма. Нет, я к тому, что если он куда-то поведет, его ловите и убивайте, чтобы вот это расползание не было. Нейтрализовать губернатора, это надо Магнуса, то бишь в Афины. Атомная подводная лодка, тут центр вещания завершен. Термоядерку.
Атомная подводная лодка завершена. Может, промышленную зону построить. То медленно у меня эти морские все. Странно, у меня же вроде ученый, который дает науку от шедевров. Плюс одну науку за каждый артефакт в этом городе. Артефакты во всех ваших городах плюс 300% обычного туризма вырабатывают. Так, этого перекидываю в Вильнюс, я хотел сфабриковать скандал. Ты, Леша, вообще по пилу-то как присоединяешься? Да, я ж там в Москве и Ярославле уже. Ты что, не видишь? Война объявлена. Я просто жду инженера, который пусковую шахту поставит там, чтобы закидывать русского атомным оружием. Я-то просто смотрю на ХП городов и вижу, что там все хреновое. Ну, артой и танками они хреново коцаются, прямо скажем. Я просто бегаю у него по территории, сейчас все граблю. Сейчас ядерка упадет, а? Ты их что, сносить что ли будешь? Зачем грабить? Ну, Москву снесу. Потому что она может и хорошая, но я при ее захвате, она будет на ее лояльность со всех сторон действовать. Я думаю, что она очень быстро отвалится. Нафига мне это? Бонусы. О, тут что-то убралось. А, тут был бонус для соседства. Вот теперь кампусы и промышленные зоны ставим. Так. А, мне еще в столице надо... На вашей территории уровень вражеских шпионов меньше, каждый губернатор. Ничего этого не хочу. Может, меньше усталости от войны сделать? Блин, вообще хочется вот это уровень на вашей территории вражеских шпионов. Давайте поставим. А вот и первая бомба. Ну что, Москву захватывать или Ярославль? Москву просто я могу уже захватить, как бы, отправив бомбу. Москва захвачена. Быстро. Ну, я же говорю, ждал инженера. Может, оставить Москву? Да, наверное, оставлю.
Ацтек, ты там как? С Бременем, Нюрнбергом? Ну, я постепенно. Захват. Да, Феликсей, Кёльн, Хейдельберг. Не, я это не хочу захватывать. Наверное. Наверное, сжечь. Ну, возможно. Я, мне, конечно, первое, самое важное, Санкт-Петербург и Ярославль. О, блин, тут танчик приехал. Надо пусковую шахту как-то беречь. Блин. Вот это я как-то пропустил тупо. Сейчас он мне ее может расфигачить. И все. И грусть, печаль. Тут купим. У нас тут же великие люди остались 100%. И ученый такой же. Вот я бы вот этого торговца очень хотел забрать, поэтому давайте. А, тут нет коммерческого района. Понял. Ничего, у меня послов-то из Стокгольма понавыкидывали. Даже не знаю. Тебе еще нужна наука? Очки великих людей мне нужны. А мне нужна наука. Что будем делать? Сажай туда послов. По очереди, давай. Кто сколько сможет, нормально. Потому что, ну, мне послов уже получать только вот, которые сами капают. Больше нет, куда абсолютно. Подстава, как лишь этот танк. Русские. Надеюсь, он не догадается разграбить спусковую шахту. Секретно. Ага, еще можно повысить уровень. Нейтрализовать губернатора. Зоопарк завершен. Так, мне надо где-то космопорт, конечно, построить. Наверное, в Кенджу надо будет. Он у меня самый производственный, да? Блин, тут и королевское общество. А нет, не королевская, наверное. Конечно, даже, наверное, военное ведомство надо будет брать. Хотя. Тут все вот этого третьего уровня в данной игре, на данном этапе как-то. Так себе. Ох, город после. Эти районы после бомбардировки еще и дезактивировать надо, и они не просто чинятся. Там вообще нифига типа нету. О, 7,8 это, конечно, сильно. Чё ты там?
больше торговых путей можете поддерживать. А, так я могу купить караванчик. А, нет, не могу. Ах, видимо, ты надо... не успел все сделать, заход. Ужас. Так, а Вильнюс? Почему я Вильнюс хочу? А, на за наивысший уровень здесь существует. Тебя театральные площади получают. Ну, это так, такой бонус, постольку, поскольку. Так, ну что, не разграбил он? Он встал сюда, но не разграбил. Прикол. Как он вообще проехал, блин? Так, ну что, Питер надо брать сначала. Я думаю. Так, как бы так, чтобы меньше районов задеть вот сюда. Ну тут русский действительно ничего уже не мог сделать для защиты своей. Торговец, так, водяная мельница, эти художественный музей. Там еще есть вообще писатели, вот это все есть, есть. Я шпиона завершил. Венецианский арсенал и мавзолей запрещены у нас, поэтому не строю. Пригород, космопорт, лаборатория. Вот это нафиг все не надо уже. Давайте термоядерку строить везде. Так, эсминцы. Здесь космопорт. Все-таки в столице построен. Неужели он ко мне торговца отправил? Точно. Нехило ты, грек, ко мне торговцев отправил, я смотрю. Чё, выгодно, да? Ну, по 30 золота. Долго не ходить, будет с ума сойти. Ага, вот и подлодочки. Греческие. Я по 320 золота вход имею с этих торговых путей.
А я с торговых путей... Так, а где мне посмотреть, как, сколько за торговые пути даются? Где-нибудь есть общая инфа по торговым путям, типа, сумма? Сколько, если ручками считать? Ну, я явно больше, я думаю, где-нибудь 500. Ну, у тебя городов побольше. Так, поставим здесь. Так, почта. Я должен совершенно секретно? Нет, пока секретно просто. Вообще у меня в сайте есть конкретно, посмотрите, вот уровни доступа. Секретно и совершенно секретно, да. Так что можно повышать уровень. То есть еще отправлять на перлюстрировать почту. -6,7. Но все равно как-то отваливается потихоньку Москва. Надо, видимо, Кёльн с Гейдельбергом все-таки брать. Так, что у нас тут по шедеврам? Уильям Мапп еще археолог, и Пит, вот тут еще надо археолога купить, кстати, Пита Фигита. Древний мир, средневековье, промышленная эра, древний мир, античность, узоры, вообще все разные. Вообще никак тематический бонус пока не получить. Так, вот тут у нас археолог, может быть куплен. Трир сейчас отвалится сам по себе. А, он же отвалился. А эти Бремен, Гейдельберг. А, ты типа хочешь, чтобы я Кёльн и Гейдельберг захватил, чтобы у тебя Ахен и Гамбург не отваливались, или что? Ну, чё ты, ты просто, чё, выносить русский... Ну, давай разделим как-то, например, ты Гейдельберг, я Кёльн, как-то так. Ну, на самом деле, мне удобнее наоборот, потому что там горы разделяют. Ну, у меня та же фигня, вообще-то, если ты не... У меня просто проблема в том, что снизу вот там, где, типа, с Гейдельберга можно подъехать, у меня там ядерное заражение, а к Кёльну я могу без ядерного заражения проехать. Ну, как бы, мне через горы там вообще переться 10 ходов. The ultimate end of any ideology. Так, тут что мы можем взять из фашизма? Тебе, получается, не надо было брать Петербург, а то мне насыпали денег за это. А, тебе было задание? Да. Ну, конечно, не брать Петербург, конечно. Ну, там кругленькая сумма вообще-то. Ну, я понимаю. С другой стороны, на что ее сейчас тратить? Вот, если прям откровенно говорить. Иметь запас. Так, куда мне лучше бахнуть? Может, с тобой союз кончится, и такая война будет. Вот сюда, наверное. Да, у нас там союз. Один сход. Ну да.
Класс, захватил Ярославль, а в нем остался писатель русского. Может, он следующий раз пропадет. Захвати Ярославль, получи писателя в подарок. Нет, он остался русского, он не мой. В этом и прикол. Но при этом мой танк выкинуло из Ярославля, и поэтому он не будет сейчас страдать от заражения. Так, надо где-то вот здесь ставить. Насколько надо по довольству в минус уйти, чтобы начали варвары бегать? Ну, где-то минус 5, по-моему, и больше, нет? Я не помню, честно. У меня просто минус 10. А, ну должны уже начинать. Блин, или может тут уже ядерки, сколько они тут строятся уже. Тут же мощный город. Да. Уже термоядерки лучше строить. Блин, я хочу вот этот. Хотя лучше коммерческие. Блин, у него тут нету коммерческих районов. Ну, ё-моё. Санкт-Петербург голодает, ужас. Опять блокада Ленинграда. Так, а где тут его подлодки плавали? Надо бы следить за ними. Караваны бегают, давайте смотреть. Кёнджу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Канын. Раз, два, три, четыре, пять. Чонджу 2. Чонджу 3. Чунон какой-то еще. Вообще, давайте Кёнджу купим еще. Ага, нельзя купить. Ладно.
Мапучи нет, а артефакты их еще выкапываем до сих пор. Здорово. Ну так что, Алексей, с этим... с Гидельбергом и Кёльном? Ну, я пока их не могу захватить. Я согласен, конечно, что их надо захватывать, потому что они на Москву у меня тоже влияют. Хотя на самом деле нет. Я бы, конечно, Тулу и Новгород в первую очередь захватывал. Потому что это более крутые города. Ну и тем более в сторону Грека. Я смогу грозить. Эйфелеву башню построим, моего шпиона захватили. Так, везде периллюстрацию сделали, теперь должно быть совершенно секрет... Нет, открыто. Блин. Он, наверное, против меня то же самое делает. Судя по всему... Давайте, может, скандалы тогда лучше в КГшках устраивать. Я пытался Магнуса выбросить. Так, ну, Эритрию захватить невозможно, но бомбу на нее скинуть надо, естественно. Вот Олимпию надо будет захватывать. Если что, я покушать отошел. И Трир надо будет захватывать. Видишь, он тут трачивает лояльность, если уже в плюс пошло. Все. И получит военный лагерь. Делается. А, ну он единственный, который я разрушил. Да, окей. Я все могу по Кёльну долбануть. Долбани. Ладно, пофигу, он все равно кинет на меня ядерки где-то там. В любом случае, уже никуда не деться.
Так, давайте в Женеву. В Эритрию кинет этот в Афины. Да, сколько у нас там союз? 10 ходов. Кстати, может какой-нибудь парк сделать? Ну, за веру купить. Он мне везде религию брал. Да, в нуле городах. Немец, русский зачем-то пришел, мне всю религию вычистил мою. Это же и... Нет, когда он играл сам по себе. I hate you приходил, что не помнишь, мы с ним... Я с ним, мир заключил, что я попросил его не вычищать религию. Он сказал, нет, я буду это делать. Поэтому я с тобой замирился. И он целенаправленно все, весь иудаизм у меня убрал в городах. Блин, а что... Что вообще Эйфелева башня делает, что я ее построил? Все клетки ваши цвета... А, плюс 2 к престижу. И поэтому он... Так как плюс 2 к престижу, то пригороды лучше работать начинают. В общем-то... А на Тулу у тебя есть виды, Алексей? Да. Окей, а на Новгород? Да. Ты и Новгород хочешь? Ну да, хочу. Я только 3 города русского захватил. Все, ссыла крашнулась. Все. Компьютер ничего не сделал за меня. А, здорово, генерала. Подставил куда-то. В Санкт-Петербурге. Истребитель начал строить, здорово. Ну, Ярославль, рынок. Это нормально, да. А вот то, что он танк всунул, это плохо. Так, где у меня тут подлодки? Эсминец привел к Теринфу. Известно. Блин, ну то, что он понаправлял куда-то мои корабли теперь. Хрень полная. Сейчас проверить все подводные лодки. Эсминец, ага, и этот эсминец какой-то фиг знает куда плывет. Подводная лодка. Так, правильно. Правильно. Правильно.
Правильно. Ракетный крейсер тут у нас. Окей. Куда вот он современный танк отправил, блин? Да, вылетать очень хреново, компьютер такую фигню начинает делать. Города. Ты не посмотрел. Подлодка, тут все ядерки. Вон хрень какая-то строится опять. Нафига он здесь? Ну, три эсминца мне хватит, наверное. Не, давайте на всякий случай еще один. Подводные лодки, блин. Ну вот. Полная, тотальная херня какая-то строится. Так, цель норм. Все, я закончил ход. Такская религия основана. Жесткий религиозный. Не, я его купил, чтобы выйти в героический век. Так он мне не нужен. Строить его. Религию не хочешь основать? Я же говорю, строить негде. Места. А следующий век какой будет? Индастриал, что ли? В каком смысле индастриал? Ну, когда там уже ядерки будут в темном веке. Сейчас должны быть. Ну вот посмотрим. А то я в темном остаюсь. Круто тебе, я в золотой опять вышел. Я загрузился. На вашей территории уровень вражеских при нападении на врага уровень плюс один. Вот. Вот это надо ставить плюс 100% к созданию морских юнитов. Можно уже дополнительную науку, кстати, убирать. Так, дальше. Содержание ядерных устройств уменьшается на 50% золота за ход. Ну, пока это мне не надо. Экономика, что? Не экономика, а дипломатия. Но каждый ваш посол дает двойной эффект, если правительство его сюзерена отличается от вашего. Да. Давайте поставим. Полицейское государство поменяем на криптографию, а сдерживание, ну и сдерживание поставим. Блин, придется все-таки вот так сделать.
Дальше идем во внутренние пути торговые, потому что может начаться война. Где тут международные? А, внутренними и так есть. Ну тогда мне вот это все, в принципе-то и не надо. Давайте больше послов получим лучше. Вот так, а потом уже идем в общество будущего. Так. Видите, я получаю урон из-за того, что нахожусь. Я даже здесь, я даже не буду его атаковать. Просто ушел, он тут сам сейчас умрет, эта пушка. Фига свои рабочие приперлись, ну ё-моё. А, стоп, я думал, это территория русского, сорян, нет, тогда нормально. Отремонтировано. Сильно тракуты в армию ремонтировать, я думаю, не надо. Объединил мне все-таки эти Да, мы с греком уже все открыли. Давненько я не открывал все техи в игре. Только этим ходом? Да, извини. Я чисто из интереса спрашиваю. Но все равно как-то презрительно прозвучало. Сидел там кто-то домики строил, а мы всю игру воевали. Ну извини. Создание военных юнитов. Интересно, это влияет на... Я думаю, не влияет, потому что ракеты — это проект. Так, это мне не надо.
Это тоже. Ну вот, либо под охраной лжи, либо к оружию. Знаете что, я возьму под охраной лжи. Видите, умерла пушка здесь. Блин, все умирают. Что там с великими людьми? Фигня какая-то мне идет. Кстати, возвращаясь к старой теме, а сколько у греха за ход турист прибавляется? Да не очень много. Вы смотрите на показатель туризма, учитывая тот факт, что у нас в игре осталось всего ничего. Знаешь что? Мы же вынесем русского. И у него резко станет очень много. Нет, там никак не поменяется расклад. Как это не поменяется? Нет, у тебя было 174 достаточно, а станет 103 всего лишь. Банк упадет, да. Ну. Причем на 70 пунктов упадет. Меньше, чем наполовину. Тут у грека внезапно так... 1300. Ну... Культура вход подрубилась. 1300. Кстати, давно уже. И я не знаю, это города русского захватил, потому что было 600 культуры и бац, 1300. Куда мне девать ее? У меня давно уже фьючер цивик крутится. Что мне с этим делать, расскажите. Культура не помогает строить термоядерки. Ладно бы культура, ну, как-то напрямую влияла на туризм, то есть через коэффициент или что-то типа того. Это было бы поинтересней.
Блин, ну вот. И вроде надо русского захватывать, эти его города, а с другой стороны, это приблизит реально грека к культурной победе. Что делать? Когда у нас союз заканчивается с ним? 7 ходов. Кстати, мне надо еще в столице построить. Это в правительственном районе. Петр какие-то предложения кидает. Так, а что у нас с ацтеком третьего уровня стал? Поселенец куда-то русского поплыл. Слушайте, а вот в городах вот эта половина ХП. Чтобы починить, надо отремонтировать центр города. Тут мне написано дезактивировать. Центр города дезактивируется сам со временем. Там, когда строительство открываешь, там, где написано сити-центр, там указано количество ходов. Да, так у меня указано 2 хода, и эти 2 хода там указаны каждый ход почему-то. Они не меняются. Я чекну, потому что у меня похожая фигня. Ну да, у меня в Кельне тоже 2 хода, и сихожие там. И в Ахине тоже 2 хода. Ча русского вынесем, посмотрим. Ты там берешь уже Тулу? Угу. С Новгородом не надо помочь? А то я могу. Нет. Может, РСЗУ не ракетами просто атаковать, а юнитами.
Курорт. Мне, кстати, сделать. Как еще можно все-таки натуралиста купить, чтобы попробовать национальный парк? Но все-таки они дают туризм, какое-то противодействие. Этого эсминца надо к Олимпии как-то подвести, чтобы Олимпию захватывать. Уменьшение. Нет, тут оставим еду. Я, к сожалению, видите, подводные лодки не в армиях. Ну, я думаю, грека тоже вряд ли он успел везде эти верфи построить. Людьми этих очень важных великих людей я возьму. Сто процентов произведу. Ну, хотя с другой стороны, быстрее сделаются все эти проекты. 65 47. Два посла. Перекупили Стокгольм. Перекупили Вильнюс. Вильнюс у него прям в центре, он к нему посылает караваны, я смотрю даже. Не очень приятное будет. Где еще послов? Получит-то последнее в охране природы. Да, это последние послы в охране. А, нет, еще культурное наследие. Три посла будет. Ацтека, со мной ты не будешь продлевать союз? Загляните на consulwar.ru, а на этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!